музей медвежонка. Небольшой такой музей медвежонка. Кто любит медвежат, вам сюда. Так хочется сзади потискать. Какие они все хорошенькие. Здесь еще объясняется, в какие года, с какого материала делали медвежат. Здесь более такой грубоватый материал. Здесь такой мягкий, но вот это именно такой материал, который делают медвежат сейчас. Видите, даже есть года, какие делают. Здесь по дизайну, как они отличаются друг от друга. Смотрите, вот в 4-20-х годах он выглядел так еще, гурф какой-то. Ну, прикольно. Здесь уже 20-30-е годы делали вот таких медвежат. Здесь у нас 30-х годов, по 40-й. Здесь уже идет 50-й год, 60-й год делали вот таких медвежат. Это уже наши нынешние медвежата. С 70-х по сегодняшний день есть такие. Самые маленькие, наверное, медвежата, которые существуют. Самые маленькие медвежата. Simpsons. Mr. Simpsons. Bears. Smallest bears. Прикольно. Самый первый медвежонок был сделан в 3-м году. И был назван Тедди Рузвельт, то есть в честь американского президента. А все началось с того, что президента позвали на охоту, и из медведя они нашли только старого медведя, который привязали к дереву, чтобы он его застрелил, но он отказался его застреливать, и с этого сделали как бы историю. И вот Моррис Мичтон сделал копию этого медвежонка, чтобы продать, получается. И спросил у президента, как бы, чтобы назвать его Тедди. И вот эта игрушка стала очень популярна в Америке. Потом компания в Германии произвела уже копию этой игрушки и начали продавать с тех времен, вот, начали продавать медвежат. Так что вот так история началась с президента Америки, который не хотел застреливать старого медведя, если я не ошибаюсь, прочитала, вот здесь описано.